Всем привет, с вами Немолодой. Ну что, в городе в самом разгаре предсезонный турнир. И неделя хоккейная получается очень насыщенная. Вчера была тренировка, сегодня во вторник игра, завтра в среду игра. Ну, завтра это будет завтра, мы про сегодня. Сегодня играем с командой ЛАЭС. Причем играем на новом катке, по крайней мере, я там не был и что-то как-то ни разу про него не слышал. Каток находится в Зеленогорске. Вот если про меня, то относительно моей локации это черта на рогах. Но выбора нет, игра назначена, поэтому баул собран, голова очищена. Поехали на хоккей.